5 суток в тайге. В Хабаровском крае спасатели нашли пропавшего геолога. Он провел под открытым небом несколько дней. Мужчина был участником геологического отряда. Коллеги пытались найти его самостоятельно, но после безуспешных попыток обратились к спасателям. Один из местных жителей сообщил об увиденном костре. Это и помогло найти заблудившегося геолога. Спасибо вам всем. Это есть такая работа, такие люди.